Здравствуйте, здравствуйте. Как рад увидеть вас, даже близко. Роль уважаемого господина президента Армении на постсоветском пространстве и не только вообще в мире в высшей степени важна, потому что Армения – страна большой культуры, древней культуры, одновременно страна, где очень интересуются современными инновационными процессами, ну, прежде всего в науке, естественно, в образовании. И в этом смысле уважаемый господин президент – человек, в высшей степени ориентирующийся в мировом интеллектуальном пространстве. Это очень важно. То, что сегодня между Арменией и Россией выстраиваются, ну, на уже качественно новом этапе отношения в сфере науки, образования, культуры, это очевидно, и мне кажется, что здесь роль уважаемого господина Саркисяна, мне кажется, она особая, потому что гуманитарное сотрудничество – это та сфера, где с позиции президента Республики Армения сделать можно очень многое. Я думаю, что сегодня, когда речь идет о таких больших проектах, как Summit of Mind или проектах, связанных с инновационными контактами, со стартапами в области науки и бизнеса даже, эта позиция дает возможности все-таки привлечения в Армению самых крупных представителей интеллектуальной жизни и России, и мира. И то, о чем мы сегодня говорили, в частности, о том, что Summit of Mind в следующем году предлагается провести в Российской Федерации, это, конечно, тоже очень важный знак такой консолидированной деятельности интеллектуалов двух стран.